Обычная смена продавщицы сельского магазина в Качкуровском районе закончилась как никогда тревожно. К небольшой точке продаж на улице Молодежной в Семилее вечером стянулись все правоохранители. Около 20:00 в павильон зашел местный житель, который сообщил, что совершается ограбление. При этом рука мужчины находилась под курткой. Камера видеонаблюдения запечатлела сельского разбойника. Мужчина в камуфлированной куртке осторожно направляется к кассе. Рука остается под верхней одеждой, создавая впечатление, что там оружие. Собственно, угрожая, что сейчас начнет стрелять, злоумышленник потребовал передать ему все деньги. В кассе в тот момент находились всего 2000 рублей. Женщина покорно их отдала, а когда налетчик скрылся, вызвала полицейских. Злоумышленник был задержан возле своего жилища по горячим следам. Похищенные денежные средства изъяты сотрудниками полиции. Разбойником оказался 38-летний местный житель. Никакого оружия в его доме стражи порядка не нашли, но уголовное дело возбудили по статье «Разбой». Пока сельчанин в статусе подозреваемого. Он не отрицает свою причастность к преступлению, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».